Может ли сентябрь, вопреки устоявшемуся календарному регламенту, увенчать ноябрь? Вне всяких сомнений, если это ноябрь 2020 года и сентябрь 2023. И если, конечно же, речь идет об исконной до пяди земле Азербайджана, раз и навсегда избавленной от смердящего агрессорского сапога. Сегодня мы отмечаем победу Азербайджана в том бескомпромиссном и всеобъемлющем ключе, который служил нам заветным ориентиром на протяжении последних почти 3 лет. Мы поставили жирную точку. Противник повержен окончательно и бесповоротно. 3 года назад мы сделали все, чтобы армянская военщина ощутила во всей полноте всю беспочвенность своей оголтелой бравады. Нынешней же осенью мы устроили так, чтобы эта безнадежность окунулась в еще более мрачные тона. На пути к нашей победе стояли чрезвычайно громоздкие и, как казалось многим, непреодолимые преграды. И речь идет далеко не только о фортификационных сооружениях, которые полоумные адепты Миацума десятилетиями возводили на оккупированных территориях. Основным препятствием служило циничное бездействие международных институтов, непосредственно ответственных за обеспечение норм цивилизованного общежития. По сути, Азербайджан столкнулся не просто с агрессией Армении, а с куда более масштабным деструктивным феноменом. В свете этого обстоятельства победа Азербайджана обретает особый символизм, поскольку она одержана не столько над соседом-агрессором, сколько над тотальной несправедливостью и произволом. Весь мир стал свидетелем как оглушительного фиаско бредовой армянской дефикс, так и провала самой концепции средневековой вседозволенности. Краха той самой политики, за которой, как оказалось, не стояло ровным счетом ничего, помимо махрового популизма и упования на внешнее покровительство. У действующего руководства Армении был беспрецедентный шанс свернуть с пути ведущего страну в пропасть. Шанс избавить армянский народ от роли заложника опасной иллюзии, ничем не подкрепленной уникальности. Для осознания исключительности этого шанса достаточно было вдумчиво извлечь уроки из роковых ошибок, допущенных свергнутым режимом Саргсяна. Однако этот простой алгоритм оказался непосильным для Никола Ваваевича, который публично давал клятву повести Армению качественно иным путем. В итоге Армении пришлось пожать горькие плоды своего безрассудства. Именно безрассудства. Иначе не назовешь попытки общаться с Азербайджаном с позиции силы. Каждый из 44 дней Отечественной войны доказал это в полной мере. Наверняка этот урок незадачливое армянское руководство охотно прогуляло бы, но неотвратимость ответственности за дичайшее сумасбродство уже была предрешена. Полагаю, премьер-министр Армении понял это уже спустя несколько часов после начала сокрушительной контрнаступательной операции вооруженных сил Азербайджана, когда обескураженный и потерянный пытался отчитаться перед парламентом, то и дело смачивая пересохшее от невиданного стресса горло. В эти минуты он поразительно напомнил Сержа Саргсяна, чья тщедушная фигура сотрясалась от каждого нового сообщения с фронта в апреле 2016-го. Любопытно, неужели в Ереване всерьез полагали, что безумная выходка, затеянная спустя 4 года после саргсяновского позора, сойдет им с рук? В своем ли был Пашинян уме, когда отказывался понимать, что любая попытка запугать Азербайджан заведомо обречена на провал? Ведь буквально накануне войны Баку предупреждал о тяжелых последствиях, которые неизбежно повлекут за собой авантюры Еревана. Предупреждал во всеуслышание, обращаясь и к мировому сообществу, и прежде всего, разумеется, к Армении. Неспособность слушать и слышать сыграла с незадачливым Ваваевичем злейшую шутку. Кульминацией исторического урока, который Азербайджан осенью 2020-го преподал взорвавшемуся искателю приключений, стало освобождение города Шуша. Того самого города, где Пашинян совсем еще недавно лихо отплясывал в пьяном угаре, не подозревая, что попросту агонизирует. Освобожденная Шуша стала символом банкротства армянских притязаний на азербайджанские земли. Все, что осталось приверженцам бредовой идеи узурпации Карабаха, это влажные воспоминания о беспределе, который они здесь когда-то чинили. Будем надеяться, что время вытравит и эту псевдоностальгию, чтобы грядущим поколениям армянского народа не досталась в наследство бомба замедленного действия. Смирение с реальностью – это самый надежный способ оградить себя от новых разочарований. Реальность же такова, что в Ханкенде развивается государственный флаг Азербайджана. Тот самый флаг, которому, как прилюдно клялся Виталий Баласанян, никогда не бывать в этом городе.
Флаг, которому Давид Бабаян прочил место на вывеске так называемого посольства Азербайджана в Карабахе. Что ж, горе-предсказатели, вы жестоко просчитались. И вы, и ваши пронырливые патроны из ближнего и дальнего зарубежья. Урок Азербайджана не то, что запомните надолго, он выжжен вечным клеймом на ваших никчемных затасканных биографиях. С победой!